Добро пожаловать, друзья, на канал «Фактограф». Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по океанам нашей планеты. Землю не случайно называют «голубой планетой». Океаны — это огромные водные пространства, которые покрывают более 70% поверхности Земли. Они являются домом для множества видов животных и растений, а также играют важную роль в поддержании экологического баланса нашей планеты. В этом видео мы расскажем о том, какие океаны существуют на Земле, каковы их особенности, кто и когда впервые их покорил. Вы узнаете об особенностях климата, загадочных событиях и откроете для себя самые интересные факты. Приготовьтесь к познавательному путешествию в мир океанов. Поехали! Тихий океан. Начнем мы наш обзор из самого большого и самого глубокого водоема на планете. Тихий океан занимает площадь около 180 миллионов километров квадратных. Это почти на 30 миллионов больше, чем площадь всей суши Земли. Представляете эти масштабы? Его средняя глубина составляет почти 3984 метра, а наибольшая глубина не только Тихого, но и всего мирового океана опускается ниже уровня моря на 11 километров в Марианском жёлобе. Впервые на берег Тихого океана нога европейца ступила в 1513 году. Это был Нуньес де Бальбоа, испанский конкистадор. Он и его спутники решили, что перед ними море, дав ему название Южного. А первым, кому удалось пересечь Тихий океан, был португальский и испанский мореплаватель Фернан Магеллан. Для этого ему потребовалось 4 месяца. Любопытно, что Тихим океан стал в 1520 году благодаря Магеллану. Название объясняется тем, что, пройдя около 17 тысяч километров, мореплаватель не встретил на пути ни одного шторма. Очень иронично, если взять во внимание, что именно над этими водами штормы случаются чаще, чем в любой другой точке мира. Над Тихим океаном регулярно образуются ураганы, которые сопровождаются сильными ливнями и огромными волнами на поверхности воды. Магеллану тогда просто повезло с погодой. Примечательно, что через Тихий океан примерно по 180-му меридиану проходит линия перемены даты. Это условная линия, по обе стороны которой разница в местном времени составляет 24 часа. Именно здесь заканчивается сегодня и начинается завтра. Температура воды в Тихом океане колеблется от теплой до холодной, поэтому здесь есть условия для жизни разнообразных живых организмов. В этом океане вылавливают больше всего в мире рыбы, а также охотятся на другие морепродукты – кальмары, креветки, крабы, устрицы. Лидирует Тихий океан и по количеству островов. Их насчитывают более 10 тысяч. В его водах расположены второй и третий по величине острова планеты – Новая Гвинея и Калимантан. А также большие Зонские острова, Филиппинские острова, Гавайи, Новая Зеландия, Японские острова и многие другие со своей уникальной культурой и биоразнообразием. Большинство из этих островов имеет вулканическое происхождение. Также в Тихом океане находится Большой барьерный риф, длиннейшая в мире гряда коралловых островов. Но больше всего беспокойство вызывает остров, который появился из-за людей. Большое Тихоокеанское мусорное пятно – крупнейшее скопление неразлагающихся отходов, расположенное в северной части Тихого океана. Оно увеличивается с каждым годом и представляет собой масштабную угрозу морским экосистемам и всему океану. Атлантический океан. Второй в мире по величине и глубине, но при этом первый по солености океан растянулся между Америкой, Европой и Африкой. Благодаря своей вытянутой форме он проходит через все имеющиеся на Земле климатические пояса – от Арктики до Антарктиды. Его общая площадь составляет 91,7 миллионов квадратных километров, что равно примерно 20% поверхности планеты. Средняя глубина достигает 3736 метров, а максимальная – 8742 метров, была зафиксирована в жёлобе Пуэрто-Рико. Дно Атлантического океана поделено вдоль на северную и восточную части Срединно-Атлантическим хребтом. Он в точности повторяет очертания огромного водоема и тянется широкой извилистой горной цепью. Также водами Атлантики омываются Британские острова, Большие Антильские острова, Ньюфаундленд и многие другие. Атлантический океан наиболее изучен и освоен людьми.
Впервые переплыть его удалось викингам еще в X веке. Позже, в XV веке, за активное освоение водных просторов взялся Христофор Колумб. В разные периоды люди называли эти воды «морем мрака», «западным океаном», «северным» либо «внешним морем». У греков ходило название «море за геракловыми столбами». Современное имя пространству присвоил в XVI веке немецкий ученый-картограф Мартин Вальдземюллер, который его и описал. Океан получил такое название от древнегреческого слова «Атлантис». Название острова, на котором, согласно греческой мифологии, великан по имени Атлант держал небо на плечах. Иные источники говорят, что наименование обязано таинственной стране атлантов, а в недрах воды до сих пор прячется загадочный материк Атлантида. А в Атлантике нередко происходят сильные бури, которые способны причинить вред даже современным крупным кораблям. А ближе к северной стороне плавают величественные ледяные глыбы – айсберги. Самая масштабная трагедия произошла в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. В северных водах Атлантического океана потерпел крушение «Титаник». Он затонул через 2 часа 40 минут после столкновения с айсбергом. Результатом этого стала гибель 1496 пассажиров и членов экипажа. Кроме того, в Атлантическом океане находится Бермудский треугольник, где бесследно пропадают корабли и самолеты. Саргассово море – единственное в мире море без берегов. Теплое морское течение Гольфстрим и его воды омывают самый большой остров на планете – Гренландию. Индийский океан. Это третий по площади и глубине океан в мире, который занимает около 20% водной поверхности Земли, примерно 70 миллионов квадратных километров. Это в 150 раз больше площади всей Франции. Его северная часть граничит с Азией, западная — с Африкой, а восточная — с Австралией. Он проходит через все климатические пояса, расположенные в южном полушарии, и даже немного заглядывает в тропики южного. Всего Индийский океан омывает берега 39 стран и заморских территорий. В его водах расположены такие популярные курорты, как Мальдивы, Бали, Шри-Ланка, Сейшельские острова, остров Маврикий и многие другие. Его средняя глубина составляет 3960 метров, а самая глубокая точка достигает 7450 метров и находится в Зондском желобе. Теперь давайте заглянем в историю. Раньше Индийский океан называли Восточным, а древние греки звали его Эритрейским морем. Как Индийский, океан впервые нанесли на карту в 1555 году. В конце 8 века венецианский путешественник Марко Поло стал первым европейцем, который на обратном пути из Китая прошел через Индийский океан и посетил Суматру, Индию и Цейлон. Глобальное освоение берегов и островов Индийского океана началось с путешествий португальского мореплавателя Васко да Гама в конце 15 века. В середине прошлого тысячелетия Индийский океан был важнейшим транспортным путем в Индию. И даже сегодня он соединяет наибольшее количество важных портов в мире. Шельфовая часть Индийского океана богата природными ископаемыми – нефтью и газом. Здесь находится около 40% нефти от мирового количества. Что касается фауны, то в водах Индийского океана обитает голубой кольчатый осьминог, который является самым опасным представителем отряда. Один укус этого моллюска в 80% случаев приводит к смерти человека. Еще в Индийском океане удается наблюдать изумительное природное явление – светящиеся круги на воде. Случается это очень редко, поэтому основательно их изучить до сих пор не удалось. Но большинство ученых сходятся во мнении, что они представляют собой колонии светящихся в темноте микроорганизмов. Но как им удается образовывать круги правильной формы, остается загадкой. В водах Индийского океана обитают тысячи разных видов рыб, но мало какие представляют интерес для рыболовных компаний. Поэтому на этот океан приходится лишь 5% мирового улова. Северный ледовитый океан. Холодные водные просторы раскинулись в северном полушарии Земли между Евразией и Северной Америкой. Что нам о нем известно? Там очень холодно. Это логично. Он не является безжизненной водной пустыней. Но все же органический мир сложно назвать богатым, за исключением североевропейского бассейна, Баренцева и Белого моря.
Здесь обитает около 150 видов рыб, множество морских животных, птиц и есть разнообразная водная растительность. Но человеку к таким суровым условиям приспособиться непросто. Северный Ледовитый океан – самый маленький и мелководный среди всех океанов. Он занимает площадь 14,75 миллионов квадратных километров, всего лишь 4% от земных вод. Средняя глубина составляет 1225 метров, а максимальная глубина – 5527 метров. Была зафиксирована в Гренландском море. Воды Северного Ледовитого океана полностью расположены в северном полушарии. Дно на 70% состоит из окраин земных материков, простирающихся под поверхностью воды. Центральная часть водоема скована льдами, которые никогда не тают. Айсберги по поверхности Северного Ледовитого океана дрейфуют круглый год, хотя летом их меньше, чем зимой. Ведь по-настоящему тепло здесь не бывает никогда. Водами Северного Ледовитого океана омывается часть Гренландии, группа норвежских островов Шпицберген, Исландия, северная часть Скандинавии, часть Аляски, а также Камчатка. Изначально этот океан имел много названий. Его называли Ледовитым или Полярным морем, Скифским, Гиперборейским океаном, а иногда даже Дышащим морем. Официальное название Северный Ледовитый было принято не так давно, в 1935 году. Первым человеком, достигнувшим Северного полюса, стал американский исследователь Роберт Пири. Он посвятил 23 года своей жизни исследованиям и в 1909 году объявил о достижении цели. Северный Ледовитый очень богат полезными ископаемыми. Четверть всего мирового запаса нефти сокрыта на этой территории. Попытки людей извлечь эти сокровища, а также потепление климата привели к стремительному таянию льдов. Экологи предупреждают, что глобальное потепление Северного Ледовитого океана может привести к глобальной катастрофе. Южный океан. Вы думали, что на Земле всего 4 океана? А вот и нет. В 2000 году решением Международной гидрографической организации в список океанов был включен 5-й – Южный океан. Он выделен на многих географических картах, хотя до сих пор некоторые ученые утверждают, что эти воды являются частью Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Несмотря на отсутствие ярко выраженных границ, воды отличаются. Здесь царят собственные течения, дуют сильные ветры, встречаются плавучие льды. Поэтому впервые картографы стали выделять Южный океан в отдельную акваторию еще в 17 веке. Южный океан – самый молодой и суровый на планете. Ученые установили, что он сформировался порядка 30 миллионов лет назад, после того, как в результате материкового дрейфа Антарктида и Южная Америка откололись друг от друга. Океан не имеет четко очерченных островами и континентами границ. Его площадь вычисляют по линиям соприкосновения теплых и холодных течений. Но зона непостоянна и меняется в зависимости от сезонности. Условно принято считать границами океана с одной стороны все побережье Антарктиды, с другой – 60-ю параллель южной широты. Принятая площадь Южного океана составляет 20 и 327 миллионов километров квадратных. Наибольшая глубина лежит в Южно-Сандвичевом жёлобе и достигает 8264 метров, а средняя глубина составляет 3270 метров. Южный океан больше и глубже Северного Ледовитого. Это факт. Климат холодный, морской, максимальная температура не превышает плюс 10 градусов. Здесь образуется наибольшее количество айсбергов, которые встречаются на протяжении всего года. На территории молодого водоема расположено 13 морей, а также множество архипелагов и островов, среди которых Мальвинские, Южные Шетландские, Кергелен и другие. Тщательные исследования Южного океана начались в 18 веке. Первое судно пересекло границу Южного океана в 1559 году. Главным на борту был голландский капитан Дирк Герриц. А в 1773 году Южный полярный круг пересек знаменитый британский моряк Джеймс Кук. Это был краткий обзор океанов планеты Земля. Обязательно делитесь в комментариях, что нового вы открыли для себя из этого видео, какие факты вас впечатлили больше всего. Нам будет интересно почитать.